Сегодня, здесь, в Бодгае, на этой церемонии присутствуют очень разные люди. Некоторые из вас исповедуют духовные учения, некоторые нет. Но как бы то ни было, здесь собрались люди, которые воздают должное Будде и, главным образом, его учению о добросердечии. Эти учения действительно нужны миру, и они по сей день остаются актуальными. В этом священном месте Бодгае появилось и затем процветало учение Будды, основанное на любви и сострадании. И я хочу поблагодарить всех вас за ваше участие и поддержку. Учение Будды не связано с достижением личной выгоды. Оно направлено на то, чтобы приносить благо всем существам. Все живые существа одинаково желают счастья и не хотят страданий. Поэтому мы, будучи учениками Будды, желаем всем счастья и избавления от страданий. Однако одного стремления обрести счастье и превозмочь страдания недостаточно. Корень всех бед и несчастий заключается в ненависти, себелюбии и в других беспокоящих эмоциях. Счастье берет начало в заботе о благе других. Такова реальность. Мы не говорим здесь о каком-либо религиозном мировосприятии. В настоящее время ученые также отмечают, что внутренняя гармония находит выражение в созидательных поступках и таким образом способствует обретению душевного равновесия. Если в уме нет покоя, то человек может внешне выглядеть счастливым. Но поскольку им могут руководить ненависть и тому подобные эмоции, то его действия будут разрушительными и будут порождать страдания. Шантидева говорил: «Всякое блаженство, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления принести счастье другим, а всякое страдание, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления принести счастье себе». К чему многословие? Незрелые люди стремятся к собственной выгоде, а Будды приносят благо другим. Просто взгляни на различия между ними. Оседлав скакуна Бодхичитты, разгоняющего всякое уныние и усталость, будет ли унывать тот, чей ум восходит от радости к радости? Разделяет человек религиозные убеждения или нет, неважно. Но если у него доброе сердце, то это и есть корень духовности, это и есть корень счастья. Поэтому взращивать добросердечие – это, пожалуй, обязанность каждого. Зарождая в себе дух альтруизма, мы естественным образом сможем ослабить те беспокоящие эмоции, которые препятствуют обретению счастья и умиротворенности. Ненависть, гордыня, зависть и остальные омрачения постепенно перестанут тревожить нас. Зарождая в себе дух альтруизма, мы сможем проявлять доброту даже к тем, кто нас порицает или нам завидует, ко всем недоброжелателям. Мы будем понимать, что все люди разные, и сможем сохранить ко всем доброе отношение. Это нам под силу.